Продам сиденье от старинного велосипеда с тремя пружинами. Третья пружина в виде кипятильника. Так, начнем с кожи. Кожа требует ревизии либо замены, потому что вот немножко износ уже присутствует. Сиденью более 60 лет. Так, клепочки на месте, но коррозия на них уже. Переворачиваем. Крепеж не приваренный. То есть ничего не прихватано, байт-сварки прикручиваются. Это все на месте. Пружины на месте, вот эти маленькие. Три с одной стороны, три с другой. Так, эти большие пружины не лопнуты. Это кипятильник тоже целый. Присутствует от коррозии. Вот, наверное, самая большая, где вот есть снизу седла. В этих местах. В остальном все так неплохо. Кожа, да, немножко вот разошлась на шве. Вот, ниточки подпрели. То, что видите на фото и видео, именно и будет это отправлено, если вы оформите авито доставку. Если объявление активно, значит оно в наличии. Если все устраивает, вопросов нет, можете оформлять. Чем быстрее оформите, тем быстрее получите. Так, геометрия не нарушена. Вот так если смотреть, прямо все. Прям, можно сказать, по центру все. Отклонений, чего-то кривизны какой-то прям я такой не вижу.